Эта маленькая речка в Турсибском районе оказалась первой в списке проверки экологов. Место совсем не привлекает своей красотой, а наоборот отталкивает. Ведь на берегу и в самом русле образовалась огромная несанкционированная свалка. Ревизоры попытались выяснить, кто должен нести ответственность за загрязнение данной территории. Кстати, возле речки расположены два общежития. Но, как выяснилось, КСК в них нет, а значит и оштрафовать некого. Мы проведем разъяснительную работу с жильцами домов, чтобы они не выбрасывали мусор в реку и установили специальные контейнеры. До конца недели проведем работу по очистке реки и прилегающей к ней территории. Близ другого водоема картина та же. Полная антисанитария наблюдается и в нижней части реки Исентай Жетысусского района. Помимо бытовых отходов, экологи обнаружили на берегу и в воде автомобильные покрышки, емкости из-под краски и строительный мусор. Виной этому являются, естественно, местные жители, которые бросают мусор. С начала года нами выявлено 496 нарушений, и совместно с отделом трудоохранной полиции составлено штрафов более чем на 25 миллионов тенге. Отделом также проводится работа по выявлению нарушений, составляются фотоальбомы со слайдами и отправляются в районные ахиматы для устранения. Да, но мне нечистота. Председатель КСК признал, что свалка здесь образовалась по его вине. В оправдание добавил, что дворники не успевают собирать мусор. На кооператив наложили штраф в размере около 70 тысяч тенге. Такую сумму возместят и владельцы, расположенные рядом с речкой частной организации. По словам местных жителей, мусор сюда несут из соседних улиц. Нарушителей не смущает, что рядом находятся жилые дома и играют дети. Мадина Юсюмбаева, Асет Кунтакбаев, телеканал Алматы.